Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Сегодня у нас необычный обзор. Обзор на американскую пуговицу от шинелей. Скорее всего, с такими пуговицами ходили американские солдаты. У них они были на шинелях. Возможно, это от офицерской шинели, не знаю даже точно, но примерно я так подозреваю, что в 30-40-х годах были у американцев такие шинели, и вот эти пуговицы на них находились. Пуговицу я распечатал, потому что, чтобы увидеть мелкие детали, все понять. Здесь вот нарисован, даже не нарисован, написан такой девиз: «Эплюбриус унум», что в переводе с латыни обозначает «единственный из немногих». Здесь, значит, орел в лапе держит стрелы. Их количество 13 штук, потому что, как я читал, там первоначально Америка была создана, и в нее входили 13 штатов. И, кстати, звездочек здесь тоже вот изображено 13 штук. А в этой лапе у орла, наверное, скорее всего, ветка пшеницы. Или, может, какое-то другое растение. Я точно не знаю. Не интересовался. Хотелось бы, конечно, услышать мнение экспертов. Ведь есть ребята, которые занимаются военной формой. Все точно знают, когда эти пуговицы производились. Сначала каких годов, когда их закончили производить, эти пуговицы. И узнать действительно вот мнение авторитетных экспертов. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интереснее.